Добрый день. Добрый. Я думаю, можно начинать. Нам очень непросто выступать после таких профессионалов. Но мы... Но я думаю, нам поможет именно то, что мы все-таки не профессионалы, поэтому как бы и спрос не так велик. Мы поздравляем всех с замечательным событием, с слетом. Нам не удалось попасть на первый слет, вот мы с большим удовольствием приехали на второй. Мы очень благодарны устроителям, что нас пригласили. И хотя, ну как-то вот нас немножко смущает название «Творческий монолог». Это означает, что мы с Сашей должны говорить хором как бы одно и то же. Это нам очень непросто. Вот, поэтому мы как бы где-то будем выходить, может быть, на диалог, где-то еще как-то, может быть, вы к нам подключитесь. Давайте посмотрим, что из всего этого получится. Дмитрий Сухарев, Виктор Берковский. О, март-апрель. Была туманная луна, и были нежные березы. О, март-апрель. Какие слезы во сне, какие имена. Туман весны, туман страстей, рассудка тайные угрозы. О, март-апрель. Какие слезы спросонья, словно у детей, как корочку хрустящий след, жуют рассветные морозы. О, март-апрель, какие слезы. Причины и названия нет. Вдали за гранью голубой гудят в тумане тепловозы. О, март-апрель, какие слезы, о чем ты плачешь, Бог с тобой. Сны, туман страстей, рассудка тайные угрозы. О, март-апрель, какие слезы, о чем ты плачешь, Бог с тобой. В продолжение март-апрельской тематики Леонид Сергеев, «Март, апрель и май». Март, апрель и май, март, апрель и май, день, неделя, год, день, неделя, год, здравствуй и прощай, все наоборот. Без причины смех, без причины смех, горе не беда, на глазах у всех, раз и навсегда, тихий
и звон часов. В комнате чужой, в сотне голосов, затерялся мой март, апрель и май. Радость и печаль, здравствуй и прощай, март, апрель и май. Медленно кружи, медленно кружи лист календаря, темной ниткой шит праздничный наряд. За одним столом радость и печаль вместе пьют вино, кружками стучат. Лист календаря медленно кружит, я стараюсь зря вместе не сложить. Март, апрель и май, радость и печаль, здравствуй и прощай, март, апрель и май. Лист календаря медленно кружит, я стараюсь зря вместе не сложить. Март, апрель и май, радость и печаль, здравствуй и прощай, март, апрель и май. Радость и печаль, март, апрель и май, здравствуй и прощай, март, апрель и май. Михаил Кочетков, «Мой дедушка». Дедушка старый, но добрый старик, мечтал, что я стану большим скрипачом и даже в далеком Милане. Я буду играть на концерте, а внук его глупый закатывал крик, ведь он не хотел быть большим скрипачом, он плавать мечтал в океане на старом пиратском корвете. Среди акул и альбатросов мечтал стоять он на борту, слегка подвыпившим матросом с огромной трубкой во рту, крича в бою осипшим басом на абордаж орлы вперед, и быть однорогим, одноглазым и даже раненым в живот. Как он мечтал из океана вернуться на родной причал, веселый, раненый и пьяный, о боже мой, как он мечтал. В портовом кабаке Ривьера в объятиях гейшу задушив, крича: «Ну, скрипач, коли разыграй мне чё-нибудь для души!» Но
уходит, и дедушки нет. Он больше не будет стоять над душой, теперь-то ему безразлично, что внучек-скрипач в ресторане. Он по вечерам достает инструмент и мучает скрипку, и всем хорошо, ему же это все безразлично. Ведь он далеко в океане, среди акул и альбатросов мечтал стоять он на борту, слегка подвыпившим матросом, с огромной трубкой во рту, крича в бою осипшим басом, на абордаж орлы вперед, и быть огромным одноглазым и даже раненым в живот, как он мечтал из океана вернуться на родной причал, веселый, раненый и пьяный, о боже мой, как он мечтал, в портовом кабаке Ривьера в объятья гейш умереть, крича, ну, скрипач, холера, давай, играй, я буду петь. Он спел бы под скрипку про скрип старых мачт, про боцмана злую собаку. А маленький, злой, одинокий скрипач играл бы на скрипке. Продолжение мартовской тематики, которая даже в мае нас не покидает. Песня, у которой очень интересная судьба. Есть замечательный дуэт Калмыков и Луньков. Они поют массу интересных песен. И вот мы с Сашей как-то пытались петь, но как-то вот пока не получается, не нашли мы контакта. Найти контакт с этим дуэтом нам помогла Люда Сигналова, которая написала немножко другой текст к одной из самых известных их песен. Песня была написана по случаю Капустника, поэтому и тема как бы такая животрепещущая, про мартовских котов. Давно замечено, что в капустниках женщины с большим удовольствием играют женщин легкого поведения, а мужчины как бы хорошо рассуждают на данную конкретную тему. Вот это одно из таких рассуждений. Облысевший косогор, покосившийся забор. На заборе два кота, а в деревне суета. Мы с Тимохою вдвоем на три голоса поем. Жизнь приятная сна, если б падла не весна. Как приходит месяц март, по деревне льется мат, кошки ломятся из хат, как шальные голосят. Только спустится заря, поднимая якоря, где в ком катятся друзья, кореш Тимофей и я. Мы не йоги, не качки, но в гульбе не новички, не
не тужите, девочки, всех уважат старички. Вот работа, твою мать, век покоя не видать, нету времени поспать. Кошек надо ублажать. Пашем мы из года в год, не жалея свой живот, отощая от забот, аж земля в глазах плывет. Не надеясь на чужих, кошек делим на двоих. Не суди котов народ, это же месяц, а не год. Вот работа, я б сказал, круче, чем лесоповал. Всяк поймет, кто там бывал. Пережить бы тот оврал. Извивается змея черной лентой колея. Еле тащатся друзья. Кореш Тимофея. Ну, те, кто немножко знают, что мы с Сашей поем, знают, что мы давно уже сделали выбор. Вместо того, чтобы писать плохие песни свои, мы решили петь чужие и хорошие. Однако оказалось, что бывают также и компромиссы вот на этом пути. Следующая песня, которую вы услышите, это образец песни нашей, написанной с применением чужих стихов и чужой музыки, и которая нам очень нравится. Значит, это стихотворение, известное стихотворение Бориса Леонидовича Пастернака, и в музыке использованы фрагменты из Дмитрия Свиридова и Анатолия Киреева. Мило-мило по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. Как летом роем мошкара летит на пламя. Слетались хлопья со двора, как оной раме. Метель лепила на стекле кружки стрелы. Свеча горела на столе, свеча горела. На озаренный потолок ложились тени. Скрещенья рук, скрещенья ног, судьбы скрещенья. И падали два башмачка со стуком на пол. И воск слезами с ночника на платье капал. И все терялось в снежной мгле, седой и белой. Свеча горела на столе, свеча горела. Свечку дуло из угла, и жар соблазна вздымал, как ангел, два крыла крестообразно. Мило весь месяц в феврале, и то и дело. Свеча горела на столе, свеча горела. Мило весь месяц в феврале, и то и дело. Свеча горела
на столе свеча горела. Следующая песня довольно хорошо известна. Это песня Вадима Мещука на стихи Алексея Морозова «Добровольная тюрьма». Портного еврея я сошью полосатый пиджак, седину за ушами подбрею и решусь из-под стражи бежать. Прикуплю котелок и гамаши, улыбнусь на потребу себе и уеду тайком от домашних в дребезжащем троллейбусе. Не дуди, кларнет за стенкой, не своди меня с ума. Ах, семейные застенки, добровольная тюрьма. Я доеду до Зубовской лихо, забывая ярмо навсегда, и завистливая щеголиха покосится на мой лапсердак. Нет вольготней житья холостого, есть возможность от 3 до 7 покурить с монументом Толстого. Он ведь тоже ушел из семьи, и его кларнет за стенкой, говорят, сводил с ума. Ах, семейные застенки, добровольная тюрьма. И пускай воробьи-поберушки тырят хлеб, шоколад и хурму, о последствиях нашей берушки не дойдут донесения в тюрьму. Не дано подглядеть вертухаям, как нам дышится в жизни легко, как мы славно с Толстым отдыхаем, попивая из банок пивко. Но гудит по Москве пароходик, моют столики в крымском кафе, мой троллейбус уже на подходе, и водитель слегка под шофе. Тишина без собачьего лая упадет, как лавина в горах. До свидания, Лев Николаевич, мне пора возвращаться в барак. Где дудит кларнет за стенкой, чтоб свести меня с ума. Ах, семейные застенки, добровольная тюрьма. Не дуди, не дуди, не дуди, не дуди, не дуди, кларнет за стенкой, не своди меня с ума. Ах, семейные застенки, добровольная тюрьма. Борис Купин, музыка Бориса Бурды, песенка о 7 нотах. Мы решили, что скучно играть все время на гитаре, поэтому Саша сыграет на другом музыкальном инструменте. До ре фа соля си до ре. Мы с Дорой сидели во дворе, ели мы солянку и фасоль, Дора ми фасоля себе моль. Сидор ел медовый помидор и сказал вдруг Доре он в упор: жду тебя я в доме до 7. До ре ми фа соль ля си до ми. Но сказали Доре во дворе: ты до
Сидоре, не бойся, Сидоре, ты миля синьера позови. Доре ми фа соль ля си до ми. Миллионер пришел во двор и спросил у Сидоре в упор: гражданин, как ваша фамилия? Доре ми фа соль ля си до ля. Могли бы петь вам до утра про роман Доре и Сидоре. Жаль, на песню кончился ля-ми. Доре ми фа соль ля си до ми, Доре до ми. Александр Карпенко на стихи. Слов. Да. На стихи Дмитрия Сухарева. А мне красца не судьба с черными горами, не студись чумного лба черными ветрами, не при звездах и луне, ни под черной тучей, не толкать ладонью мне двери не скрипучей. И снится мне обрыв прямо с кручи горной, где сидит, глаза прикрыв, старый ворон черный, старый ворон черный вран. Все он ждет, зевая, пока вытечет из ран кровь моя живая. Ничего мне не понять на высоком ложе, поцелуем не унять чьей-то дивной дрожи, не цепляться за плечо на краю обрыва. Отчего ж так горячо, отчего счастливо? И снится мне обрыв прямо с кручи горной, где сидит, глаза прикрыв, старый ворон черный, старый ворон черный вран. Все он ждет, зевая, пока вытечет из ран кровь моя живая. Не срывался я хмельной в пустоту обвала. Ничего того со мной сроду не бывало, не бывало до сих пор и не будет случай. Не бывает черных гор двери не скрипучей. Не снится мне обрыв прямо с кручи горной, где сидит, глаза прикрыв, старый ворон черный, старый ворон черный вран. Все он ждет, зевая, пока вытечет из ран кровь моя живая. Не снится мне обрыв прямо с кручи горной, где сидит, глаза прикрыв, старый ворон черный, старый ворон черный вран. Все он ждет, зевая, пока вытечет из ран кровь моя живая. И в заключение нашего такого монолога, так называемого, Булат Шалыч Акуджава «Из окон корочкой».
из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мельканье рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер автобуса, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер автобуса, мой лучший друг. Она в спецовочке такой промасленной, берет немыслимый такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были счастливы, куда же гонишь ты своих коней? А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенькой спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне б за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне б за 2 гривны в любую сторону твоей души. Я знаю, вечером ты платье шелковым пойдешь по улице гулять с другим. Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать, попридержи коней, поговорим. Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать, попридержи коней, поговорим. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенькой спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне б за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне б за 2 гривны в любую сторону твоей души. Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками опять мельканье рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер автобуса, мой самый лучший друг. Ла-ра-ра-ра-ра-ра, 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 ла-ра-ра-ра-ра-ра. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер автобуса, мой самый лучший друг. Большое вам спасибо. Спасибо.